Привет всем! Сегодня мы на этом уроке рассмотрим вот такой, как вяжется узор. Узор это двухцветный, очень просто вязание, подходит на любые изделия, хоть на шапочки, хоть кардиганы, свитера, на кофточки. Довольно просто и довольно красиво. Покажу вам поближе. Это лицевая сторона, это с изнанки, напоминает жаккард. Начинаем вязать. Для образца мы сейчас наберем 19 петель. Сейчас я буду набирать вот с такой нитки, с темной, темно-синяя. Беру я светлую и темную для контраста, чтобы было лучше видно узор. Набираем 19 петель. Можете набирать любым методом, какой вам лучше нравится. Вот мы набрали с вами 19 петель. Вытаскиваем одну спицу, начинаем вязать. Сейчас мы провяжем 4 ряда лицевой гладью, то есть будем вязать. Первый ряд будете вязать лицевой петлей, второй ряд изнаночная, опять третий ряд лицевой и четвертый изнаночная. Начинаем вязать. Первый ряд сейчас вяжем лицевой петлей. Первый снимаете. Лицевая, до конца ряда. Последняя изнаночная, кромочная. Так, следующий ряд, второй. Вяжем изнаночные петли. Первый снимаем и изнаночные. Третий ряд опять лицевой, то есть на лицевой стороне мы вяжем лицевым, на изнаночной изнаночными петлями. Третий тоже лицевой. Последняя изнаночная, кромочная. И четвертый вяжем изнаночными петлями. Первый снимаете. Это вяжете изнаночные.
мы провязали, извините, вот мы провязали 4 ряда темными нитками. Теперь мы переходим, будем сейчас вязать светлыми. Вот салатневую нитку светлую беру. Мы начинаем сейчас вязать светлой ниткой. Сейчас мы ее так провяжем сюда. Так, вот теперь начинаем вязать. Первую мы светлой ниткой вяжем лицевая петля. Дальше вот выделяете 3 этих петли. 1, 2, 3. 3 петли. Теперь вот вторая средняя петля. Считайте 1, 2 вниз по вертикали. 1, 2 и 3. Вот в третью петельку внизу. Вот 1, 2, 3. Третью мы провязываем вот таким образом, видите, светлую нитку. Теперь мы ее, не снимая, на левую спицу так заводим, правую теперь сняли. Теперь эту петлю светлую вот так ее поправляете, чтобы эти 3 петли были в середине. 1, 2, 3. И эти 3 петельки мы сейчас, 3 петли снимаем. Одну снимаем на правую спицу, в середине эти темные снимаем. Вторую и третью мы их сняли. И теперь следом снимаем вот эту светлую петлю и чуть-чуть притягивайте, сильно не натягивайте, чуть-чуть. Вот что у нас получилось. Теперь провязываете лицевая петля этой же ниткой светлой. И опять же, как мы предыдущие вот эти делали, опять выделяете 3 петли этих лицевых. 1, 2, 3. Теперь посередине, вот вторая от края, с середине эта петля. Считайте вниз. 1, 2, 3. В третью петельку вниз по вертикали провязываем вот так светлой ниткой. Одеваем на левую спицу вот так. Одели, снимаете правую. Теперь эту петлю вот ее так тянете, чтобы эти все 3 петли были в середине. Вот мы их протянули. Теперь снимаете темные петли. 1, 2 и 3. Вот 3 петли мы сняли. Так. И теперь вот эту светлую тоже снимаете на правую спицу. Так чуть-чуть подтягиваете, сильно не тяните, чтобы было равномерно. Так, вот мы провязали. Теперь опять лицевая, это же светлый. Теперь 3 петли выделили. Считаем 1, 2, 3 и третью. Провязали мы светлой. Одеваем на левую спицу. Вот так. Теперь ее берем, тянем, чтобы все 3 петли в середине оказались. И снимаем их. 1, 2 и 3. Теперь притягиваем нитку. Все, притянули. Можете потом поправить или сразу. Так, следующую мы опять лицевая. Теперь опять 3 петли этих. 1, 2, 3. Провязываем внизу эту петельку. Одеваем сюда на левую спицу. Теперь выделяем эти 3 петли. Так заводим и держим. Видите, я держу пальцем. Так,
Снимаем раз, снимаем вторую, темное снимаем и третью. Так, сняли. И это притягиваем, которая вот в светлую нитку. Так, теперь опять мы вяжем лицевая и последняя кромочная, изнаночная. Вот мы что провязали, что мы сделали. Видите, да? Вот получилось у нас что. Так, следующий ряд. Это у нас было 4, это 5, это 6 ряд сейчас. 6 ряд, вяжем узор тоже. Первую снимаете, провязываем, вторая петля изнаночная. Затем вот смотрите, вот эти 3 петли, 1, 2, 3, так? Мы крайние их провязываем этой светлой ниткой, тоже изнаночной. Раз, мы вот эту крайнюю провязали изнаночной, а посередине, которую мы просто снимаем, но нить вот перед работой. Вот мы ее сняли, и теперь опять это изнаночная. И это просто изнаночная провязываем. Теперь опять 3 этих петли. Посередине мы снимем, а это все изнаночными. То есть будем все вязать изнаночными петлями. Только будем снимать вот это, где 3 петли у нас было, мы снимать будем посередине, центральную. Вот, смотрите за руками. Так, эту снимаем, центральную нить перед работой, и вяжем изнаночные. Получается здесь 1, 2, 3. Изнаночная идет, снимаем, опять 3 изнаночных, 3, снимаем центральную, как я вам говорила, и опять вяжем изнаночные. Там, где 3 петли, мы снимаем центральную, а остальные провязываем все изнаночные, на изнаночной стороне. Так, теперь мы на лицевой перевернули полотно вязальное. Теперь мы вяжем следующий ряд. Просто сейчас будем провязывать лицевыми. Провяжем сейчас 4 ряда лицевой гладью. То есть на лицевой будем вязать лицевые 2 ряда, а на изнаночной 2 ряда будем вязать изнаночными. Вот сейчас мы вяжем лицевыми. Первую сняли. Вяжем лицевыми этой же ниткой светлой. Последняя изнаночная мы провязали. Теперь на изнаночной стороне первую снимаете, вяжете изнаночными. Везде на изнаночной вяжете изнаночные петли. Переворачиваем. Так, вот мы провязали. И еще будем вязать лицевой и изнаночный ряд. Первый снимаете, это лицевой просто. Последняя изнаночная. Перевернули, первую сняли,
И этот ряд изнаночный, петли изнаночные тоже вяжем. Провязали. Так, посмотрите, что у нас тут получилось. Видите? Вот у нас уже видно узор, да? Получился такой красивый. Так, теперь мы переходим. Тут светлые нитки мы уже провязали. Начинаем темными вязать. Так, перевернули мы полотно наше. Перевяжем темными нитками. Первую вот сюда мы так сделаем ее. И теперь первую петлю за кромочной, первая идет лицевой провязали. Теперь точно так, как мы тут вязали. Вот смотрите, 3 петли. Так, 3. Центральную берете петлю из 3 и считаете 1, 2, 3. Вот в третью дырочку сюда петлю провязываем. Так, теперь мы, не снимая с правой, вот сюда одеваем на левую, теперь снимаем, и эту петлю темную делаем так, чтобы, протягиваем, чтобы эти 3 петли здесь были. Теперь мы их снимаем, вот эти светлые 3 петли снимаем, мы сняли их, и теперь эту ниточку, которую мы протянули, вот здесь мы ее, тут сильно не подтягивайте, вот мы так и сделали. Теперь опять лицевая темной провязываем, все мы вяжем сейчас так темной. Теперь опять эти 3 петли центральную берем, считаем 1, 2, 3, третью петлю провязываем, одеваем ее сюда. Теперь эти 3 петли, чтоб в середине, придерживаете пальцем вот так и снимаете эти светлые. 1, 2 и 3. Поснимали на правую. Все. И здесь точно так. Вот у нас так, видите, выходит, как и здесь. Точно так повторяется, только с другой ниткой. Так, теперь лицевая опять. 3 петли центральную берем. 1, 2, 3. Сюда ее провязываем, одеваем на левую спицу. Теперь мы так держим, чтобы эти 3 петли в середине как бы у нее были. И теперь мы снимаем их на правую спицу. 1, 2, 3. Сняли мы на правую спицу. Все, здесь сильно не затягивайте, чуть-чуть подтягивайте нитку. Теперь лицевая. Так. Теперь опять эти 3 петли, центральная, 1, 2, 3, здесь мы так провязываем, провязали, одеваем на левую спицу. Теперь эти 3 петли, так эту темную петельку делаете так, чтобы они в середине были. Теперь снимаем эти светлые, 1 сняли, 2 и 3 сняли. Теперь притягиваете нитку, не сильно, так немножко, чтобы было. Так, вот таким образом. Теперь опять лицевая и изнаночная, последняя кромочная провязали. Вот у нас получилось уже, вот видите, с другой ниткой, вот таким образом. Так, теперь следующий ряд. Поворачиваем. Вяжем, снимаем мы, сняли, теперь вяжете все изнаночные, кроме где вот это по 3 петли у нас были, вот оно видно, вот нитка держит, центральную будете снимать, везде вот центральную, а остальные все изнаночными, я вам показываю, первую сняли, изнаночная, 1, изнаночная, так, теперь мы эту снимаем петлю, нить перед работой,
Теперь изнаночная 1, тут 2, 3. Так, теперь снимаем вот нить перед работой. Опять изнаночная 1, 2, 3. Снимаем нить перед работой. Опять раз, два, три. Так, снимаем нить перед работой и опять вяжем. Изнаночная 1, 2, и это третья. Так, провязали мы. Это изнаночная сторона наша. Теперь поворачивайте. Теперь мы будем вязать 4 ряда вот этой темной ниткой. Будем вязать мы лицевой гладью. То есть сейчас будем вязать лицевой. На лицевой стороне будем лицевыми вязать. То есть сейчас лицевой, на изнаночной и изнаночной. Вот первую мы снимаем, а это вяжем сейчас лицевые петли. Так вяжите до конца ряда. Так, вот мы последняя изнаночная. Поворачиваете. Первую снимаете. Здесь изнаночная. Опять лицевой ряд. Последняя изнаночная. Вот мы провязали. Вот что у нас получается. Вот, как я вам говорила, такой же рисунок, как вот видите, джакардовый, очень хорошо смотрится. Теперь точно так повторяете. Сейчас будете светлыми нитками вязать и чередовать. Рисунок повторяется. Все, я думаю, достаточно понятно. Если возникнут какие-то вопросы, задавайте. Все, достаточно красивый рисунок. Можно не только два цвета вязать, можно взять 3-4 цвета. И будет тоже очень красиво, даже может даже еще лучше, чем два цвета. Все, благодарю вас за внимание. Заходите на мой канал. Буду рада встрече с вами. До новых встреч. Всего доброго.